ребята, значит, сейчас сели, и теперь на каждом столике у них, видите, вот такие вот мониторы электронные. Сейчас мы закажем какую-нибудь закусочку, пока будем думать, что мы хотим, хотя мы знаем, что мы хотим. Так, нажимаем food, еда. Игры. Так, food. Что у нас здесь? Аппетайзерсы, это закуски. Можно прям выбирать, какой хочешь. Мы возьмем сейчас сырок плавленый, такой расплавленный, фондю. Очень... О, вот он. 5 итальянских сыров. Ха-ха. Прикольно, да? На каждом столе они такие стоят. Тут можно играть в игры детишкам, всякие вопросы отгадывать. Очень удобно. И прям можно здесь заплатить также.